Сегодня у нас 5 мая 2016 года. Это поселок Потеряевка. Вон наш лагерь стан православный. И вот здесь нам привезли тополя с табунов деревни. И вот я сажу их сейчас. Зимой засыпаю, потом сверху сухой травой. И братья вот мои, брат вот Никита идет. Они поливают, по ведру выливают на каждую лунку тополя. Вот он поливает. Сейчас вторую польет. Траву я засыпал, чтобы благо меньше потом уходило. Дольше сохранялось. О, пускай тополек питается с Божьей помощью. Вон у нас Виталий. Тоже старается, таскает. У Виталия сетка противокомаринная. Но сегодня они стали побольше кусать уже. Ну вот тут где у него. Вот последняя лунка, да, у меня залит. Вот с этой. Нет, это пока не поливай березу, потом попозже. А она все уже, да? Нет, она целая, целая. Чуть-чуть ее. Ну, немного я полью, но потом надо будет ее прольем еще. Тоже береза, да? Угу. Ну, это топольки. Плюс еще один мешок взяли, устиновый тоже себе садить, топольки. Вот насколько нам хватит, рассадим. А это что? Это этот, видимо, от ветлы, вот. Это можешь не поливать ее. Она возьмет свое. Так, вот, слава богу. Сейчас я покажу. Как примерно я сажу. Нету, да? А? Тут нету, там муравейник, я зарыл ту ямку. Там муравейник. А он не будет, да, расти муравейник? Ну я побоялся что-то, вдруг они повредят как-то. Вот здесь вот можно, вот он маленький тополёк. Тут вот посадить можно. Политвами. Вот они у нас, красавцы стоят. Вот, который я последний засадил. Сейчас еще земли тут до конца засыплю. У меня тяпка. Вот. Я ее подрываю. Ну, где руками, где тяпкой. Сперва руками, чтобы прямо выставить тополек. Вот тут все это заделываю. О, тут убираю, конечно. Вот такая, чтобы ямка была. Потом беру сухой травы, нарываю. Вот она, сухая трава. Вот. И потом вот здесь кладу. Меньше будет влаги уходить тогда. Не надо будет так часто поливать. Брат Никита старается. Таскает. Там, брат, смотри, он где-то там поливал уже. Прощупывай. Вот так вот я заделываю. Вот оно. Оно поможет сохранить влагу. Так вот. Ну, вот так вот. И вон там даже кучки виднеются. Тоже надо будет садить. Тут немного осталось. О, мешочки. Вон они, корни. Может, еще будет с десяток и все.
Ну сколько Бог даст, столько посадим. Слава Богу за все. Сегодня 7 мая 2016 года. Это мы находимся недалеко от лагеря Стана, наша деревня Потеряевка. Вон там лагерь Стан в деревьях. Вот. Это называется у нас Костровый пруд. Вон там вот сейчас покажу я, где у нас находится костер. Вот он загороженный. Там мы костер жгем, печенки печем с картошки. Вот. И сейчас мы вот с братьями пришли сюда работать сегодня. Сегодня у нас суббота. Сейчас я покажу еще раз, как дело обстоит. Вот вода немножко тут просачивается, уже побольше, чем в первый раз я показывал, чтобы только по краям ушла. Вот наши кирпичики, которые я укладывал, лежат, сохраняют начальную дамбу это. Вот, и сейчас мы с братьями тут вот навезли полно всяких колышков. Вчера заготовили, в 9 часов только домой зашли, даже в начале 10-го. Нам брат Виктор Савченко помог привезти на тракторе. И вот мы уже с утра трудимся, вот где-то больше часа уже прошло. И вот эту часть мы засадили. Вот это старые колышки, вон видно их. Почки повылазили, уже листочки появились. Господь дает силу. Вот мы здесь засадили. Сейчас я покажу, как братья там наши трудятся. Я вот здесь вот рублю, заостряю колышки. Вот они. Затем сейчас возьму пару штук, чтоб не праздно идти. Вот так мы их посадили. Тут, как обычно, ветер очень такой средненький. Вот брат Никита старается. Он сейчас полюбил тяжелую работу, да, брат Никита? Вот. Трудится. Вот брат Виталий тоже поливает. Потом легче можно эти колышки засаживать. Заходит мне. Или пока только досуд, вот где загородка, там мы не стали делать, потому что коровы все вытопчут, собьют, быки особенно. Вот так вот сделали с Божьей помощью. А вот стадо гонят. Сегодня у нас 4 мая 2016 года. Поселок Потеряевка. Вот Скворечник. Вот мы здесь с братьями копаем лунки, ямки. Привезут, даст Бог, Игорь Барабаш, топольки прямые. Вот мы будем здесь потом садить. Вот такие вот ямки копаем. Вот они. Вот. Примерно сказали 40 на 40. Вот такие мы и копаем. Уже 27 лунок выкопали. Примерно где-то меньше часа она еще прошла. Втроем. Это очищается. Здесь примерно 3 метра. 3,5. Брат Никита Колесников работает. Там Виталий Калинников
Христос воскрес. Воистину воскресе. Ну что, брат, как тебе такая работа? Тяжко. Тяжко, да? С непривычки, да? Да. Плоть стенает. Плоть стенает, но ее надо смирять, да. Надо, чтобы она смирилась, чтобы душа преобладала. Вот. Тут сколько-то накопаем, сколько-то останется. Пойдем, надеюсь, вы сильны, когда начнем копать. Вот так вот, слава богу. Вон там везде вот где кучки, это мы все везде копали. Вот. Ну и где-то пропускали расстояние больше, потому что у нас мы с Виктора Савченко с братом садили там березки. Думаю, расстояние увеличивается, между топольками будет. Все, слава Христу. Аллилуйя. Вот продолжение сегодня 5 мая 2016 года. Вот брат Никита и брат вот Виталий тут садит тоже. Тополь. Память о себе хоть оставит. Сына родил, дерево посадил. Осталось дом построить. Дом построить, да. Это тебе надо в деревню уже ехать. Тогда построишь. С Божьей помощью. Вот он сейчас зароет и потом травой сухой еще сверху закроет. Все делаем с молитвой, чтобы Господь благословил нас эти деревца. Закрывать сухой травой. Ну все, брат, польешь тогда. Туда приходи. Пойду посмотрю, что там Никита у нас делает. Это брат, а Никита там начинает сейчас садить, продолжать. Тут у нас кленом все, да ветвой заросшее. Тут не надо садить. Вон деревья. Вот. Вон гнездо даже птичье находится на клюне. Вон брат Никита бежит. На работе только бегом, да? Ты меня застал. Застал. Вот он сейчас будет садить. Вот так, да? Да, посередине ставь лунки. Вот, и подсыпай потихоньку. Кочки потом уже в конце. Ну и все, брат, достаточно. Сейчас сухой травы. Вон, тетя Валя приходит к нам тоже, помогает. Посадил в нашу теплицу помидоры. Вот, видимо, идет укрывать. Сейчас он польет.
для начала ведро хватит, а потом будем уже понемногу поливать. Так. Все, слава богу. Слушай, а что если вот так вот, ну, вверх ногами туда, на дно? На дно? Ну. А, чтоб... Нет, лучше это, с землей. Потому что именно на корни-то углубляться, чтобы корни углублялись. Сперва с землей, а потом эти вот, как ты говоришь, перевернуть. Чтоб трава не росла, она сгниет там потом. А саженец, саженец-то? Так еще рано. Не-не, ты посади его. А, он у тебя маленький? Конечно. Я и хотел. Ну нет, это, брат, сильно-то тоже не надо. Она потом корни даст побольше, и она крепко будет стоять. Самое главное, чтобы верхушка нормально была с листьями. Не засыплена. О, пойдет. Все. Сейчас вот подсыпь землей, а потом эту раздербанишь ее. Ну ладно, слава богу. Брат Никита берет откуда воду. Из бочек. Все. Слава богу за все. Мы можем, в принципе, еще снять чуть валю. Успеть. Вы, тетя Валя, что, от мороза? Я потепляю вас, вон какая щель большая. А, ну да, ее заделать надо будет сейчас. Это все, знаешь, пропадет наши все трубы. Угу. Ой, сейчас я ее маленько так вот выгну. Так, ее так, что ли? Да мы заделаем, вы оставьте тогда, я заделаю сейчас. Да ее, знаешь, что? Мы сейчас эту тополя досадим. С этой стороны, вот так вот. Сегодня заморозков не будет. Угу. И завтра, и послезавтра. Я завтра это привяжу. Все, понял. Дурки. О, а ты чего вы посадили такую нам? Догадайся. Не знаю. Что это такое? За... Не знаю, что это за растение. Баклажан синий, знаешь? А, ну да. Вот, вот я знаю. Его сбрызнула тут в пыли. Ага. А это перчики у вас, да? Это? Перчики. Перчики. А завтра посажу там два маленьких, мохнатенькие помидорчики, вот такие. И покрытые, как, ну, знаешь, вот на щеках волосинки растут такие. Угу. Вот. Вот такие, они интересные, забавные. Да. Пусть растут. И это, Володя, когда будете копать, чтобы пыли не было, вы сбрызните землю. Землю, угу. Ладно? Ладно. Или лейка есть у вас? Лейка есть. Ага, сначала лейка, а то когда будете это, от пыли они тоже нехорошо. А, вон как. Все понял, ладно. А здесь щели есть, когда закрываешь? Здесь не так, а там страшно. Угу. Ну там это, знаешь, что? Отсюда, с этой стороны, кирпича 2-3, как я зато помогу, и все. Ладно, все понял. Нет, я заделаю сейчас. Сегодня нету. С той стороны я хотела положить, с той хуже. Знаешь, дождь пойдет там, что. А здесь оно всегда сухонькое все. Угу. Ну, спаси Христос вас за заботу. Закрывай? Нет, я сейчас выйду. Я выйду. Угу. Слава Христу за все.